есть он может из Москвы прилететь в Японию и вернуться обратно. Москва и со, Москва, Ильбон Кати. При этом ракеты, 12 ракет, каждая дальность на 6 тысяч. С применяемой стреловидностью крыла. В отсеках находится 12 крыла. Две кассеты по 6 ракет. Ракету ХБД с дальностью более 6500 километров. А грузоподъемность данного самолета составляет 100 тонн. Это самолет Ту-95МС. Снаряженные 6 крылатыми ракетами. Да, поворачивается. И каждая ракета сходит. Провернулась, ракета сошла. Да. Следующий самолет Ту-22М3. Сейчас мы доработали эту ракету еще новыми боевыми частями, которые увеличат ее мощность до 1700 килограмм. Председатель, разрешите вам представить дальнемагистральный самолет Ту-214. Это мощники, которые тоже... Штурмовик летает на предельно малых высотах. Но это модернизированный самолет. Под лучшие характеристики. Да. Он СМ-3. Позволяет самолету быть невидимым для средств ПВО противника. Все самолеты, да. Все самолеты, летающие со строевых частей. Здесь все никаких, скажем так. Да, Су-34, вам уже перевели, что у него конструкция аэродинамическая, похожа типа утка. Заправка воздуха. Да. Радиопрозрачное оборудование, здесь находится мощный локатор. При этом отстреливают средства активных полетов.